Деревня Калиновка – то самое место, где вчера произошел сильнейший пожар. Горел автосервис. Ситуацию усугубило разлитое машинное масло, которое вспыхнуло, словно спичка. Увидел, что тут уже полыхает очень-очень сильно. То есть, ну, прям нереально, никогда такого не видел. Огромные клубы дыма, огня, всего это вместе, плавится металл, взрываются машины. В общем, какая-то война происходит. У Александра Степанова в пожаре сгорел дорогостоящий внедорожник. Мужчина отдал его в ремонт. Были проблемы с двигателем. Уже заказал детали. На днях их должны были установить. Не успели. ОСАГО только и все. Как бы каска-то зачем делать на такую машину? В принципе, не угнать. Ну, что, ее сложно угнать. Поэтому сделал просто ОСАГО. Сейчас будем решать, что как. Ну, то есть с юристом буду общаться, чтобы дал совет, что делать. Вот, в принципе, сказали, что либо по-мирному решать, либо подавать в суд, кому земля принадлежит. Огонь быстро перебросился на соседнее вплотную стоящее административное здание. Чудом не загорелась трансформаторная подстанция. В противном случае последствия были бы куда масштабнее. Пожар тушили чуть больше часа. На месте работало 6 автоцистерн и 28 сотрудников МЧС. Подспорьем стал вблизи расположенный Калиновский пруд, где находится пожарный пирс. Благодаря этому осуществлялась бесперебойная подача воды. Всего пожар был локализован на площади 1600 метров квадратных. Сгорел автосервис, сгорело частично, но фактически полностью вот это административное здание вплотную пристроено. И общее количество машин на стоянке 27 автомобилей. Люди не пострадали. Причина пожара устанавливается. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Юлия Погосян, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.